Предприниматель в Калифорнии, США, создал прототип авиации будущего – гибридный самолет-вертолет С-2 на электрической тяге, весом 770 кг, который способен взлетать вертикально, как вертолет, и далее двигаться со скоростью 350 км в час. Поэтому он не нуждается в наличии аэродромов и способен приземляться и взлетать с небольших площадок, в том числе с крыш зданий.